Глаза выпускников светятся счастьем. У этих девушек и парней все только начинается. Школа ЕГЭ позади, впереди новая жизнь. Ну, сейчас поступить самую главную цель. Потом, не знаю, учиться. Да, поступить, отучиться, хорошо отучиться, чтобы в дальнейшем обеспечить свою жизнь благополучно. С красным дипломом закончить. Без этого никуда. На торжественном вечере восходе в НКЦ выпускникам вручали аттестаты. Закончившие школу с отличием получили еще и медали. В многопрофильном лицее их 8, в педагогическом лицее 9 медалистов. Именно им в первую очередь выдавали документы об окончании школы. Медалисты не скрывают эмоций. У кого-то прямо на сцене. На глаза наворачиваются слезы радости. Выпускники говорят, они счастливы, но в то же время им немного грустно. Я уже скучаю по школе, по своим одноклассникам. Мне не верится, что сегодня уже вот последний день, мы все вместе, и мне грустно. Молодежь строит планы. Одни останутся в Димитровграде, кто-то уедет в другие города. Я планирую поступать в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. На дизайнера. Особую благодарность выпускники выражали в адрес учителей и родителей за то, что одни дали знания, а другие помогали и поддерживали во всем. Юлия Лаптева, Константин Белов, новости Димитровграда.